Всем добрый день, это снова Оксана, и я бы хотела с вами поделиться, что для меня такое женские круги. Женские круги – это для меня прежде всего пространство доверия. Доверие с теми девочками, которыми я могу, вот действительно, вы знаете, до глубины души быть самой собой. Я могу поделиться самыми глубочайшими своими переживаниями, и знать в глубине души, что точно я буду принята. Принята, безусловно, без оценок, что какая я плохая или хорошая, без различных, ну, как это сказать, советов или еще чего-то. Советы могут быть, если я их попрошу. Девочки откликнутся, расскажут, как бы они поступили в такой ситуации. И я, послушав их, могу выбрать то, что мне нужно. Либо из того, что они расскажут, сложится мой путь. Мой путь выхода из какой-либо ситуации, да, из какого-либо сложного переживания. Либо я просто получу их тепло и принятие, вот, того, что я переживаю. Это для меня очень ценно. И еще мне нравится то, что здесь мы, знаете, не поем друг другу дифирамбы. То есть если я чувствую, что человек... ну, что-то такое говорит, и мне хочется ему как-то вот ответить. Может быть, не очень приятно там сказать, что вот ты там где-то фальшивишь или еще что-то. Я говорю это, но я говорю это с любовью. И это как бы помогает человеку увидеть себя с другой стороны и как-то поправиться. И я вообще считаю, что истинные друзья и ценность в них в том, что мы можем глаза друг другу сказать не только дифирамбы, какие мы хорошие и замечательные, а что мы как-то что-то и вот, например, делаем, ну, можем делать неприятно, еще что-то. Но это сказать не так, чтобы в упрек, ах, ты такой сякой, вот ты что-то не то делаешь, вот ты такой нехороший, это оценка. А то, что вот посмотри, ты вот здесь вот меня обидел, мне больно. Может быть, как-то можно по-другому, вот с такой какой-то посылом, чтобы человек мог себе это рассмотреть. Да, и понять, откуда, из какой точки боли он действует, из какого принципа он это делает. И это действительно помогает распаковать вот эти вот программки, что я не действую по отношению к этому человеку не из того, что я хочу его обидеть, а потому что у меня внутри больно. И вот мы здесь в кругах помогаем друг другу вот эти вот болевые точечки какие-то внутри себя прожить, вынуть их на поверхность, и посмотреть, о, ничего себе, как я реагирую. То есть я вроде бы и не хотел, а делаю больно человеку, а как бы я хотел. И вот мы рассказываем друг другу, показываем, как бы я хотел, какие бы я чувства хотел проживать, что бы я хотел нести миру, да. И вот эти вот мечты, мы делимся взаимно, они нас вдохновляют, да. Вдохновляют на более формирование других отношений. Еще я бы хотела отметить, чем ценен для меня круг. Я все глубже и глубже познаю себя, что мне действительно нужно, какая я. И благодаря этому мой путь по жизни становится более ясным, более легким. И отношения с людьми формируются из этого, отношения с работой, отношения вообще с миром, ну то есть вот все, что меня окружает, становится более ясным и легким, потому что я все больше понимаю себя. Через познание, понятие того, что мне нужно, все как-то, знаете, расширяется и становится более простым. И в этом мне помогают вот женский круг, да, потому что мы здесь друг другу вот показываем наши грани, помогаем познавать себя. Вот. Всех благодарю.